была казачья лава, меньшинством побеждали, делали намерение, ковыль пригибался за 15 метров впереди. Одно единое намерение. Почему, говорят, из активной части мужского и женского населения куй народ? Ты сковал, он сковал, я сковал. Есть старики, которые держат круг. Есть сдруги уже, которые живут так. Независимо от банков, независимо от городов. Они хотят, чтобы мы ушли из городов. Мы будем и здесь, и там. У нас будут родовые схороны. Они есть уже. Мне мой предок передал откровение природы. Смерти ход и жизни роды. Знание тризны. Тризнаю. Всебог, Перун, славянский народ, род и родина. Дал волкам или волхвам. Волка шагово искупление. Дан словенам за разор родины. Щита крушения. Да прекратите ж свой позор. Предки то не кости в доле. И не тухлый дух могил. Наши предки живы более, чем семейный старожил. Но чуждый бог, чужая правда, вон они, Кирилл и Мефодий, застранцы стоят. Рассекли нас топором, мы не родичи, а стадо. Пастухов далече дом, но в лесах родных завоют стаи дружные волков, волхвов, носителей, хранителей, творцов. Выйдут роды из заклятия, выйдут роды из оков. Дети наши делом смоют перед дедами позор. Вот тогда враги завоют, да наточишь, словен, топор. Топор – символ сварога. Опора, да? Топора. По времени мы возьмем свое. По времени. Это время не за горами. Роды будут жить в согласии, приняв родину устой. И победно над отчизной разнесется волчий вой. Разнесется слава Русь. А волчий ход – это коготь поставил лапу. Лапу поставил, тело подтянул. Ты пока один, готовишь 9, 9 готовит 30, 30 готовит 300 тысяч. Вот войско славянское. И сыны ветра Бога разносят по рось земле славянской, Малой Руси, Белой Руси, Черной Руси, Красной Руси, еще какой Руси. Эти вести ставят петины, находятся на том месте, где род избрал, занимаются тем делом и работают с сознанием людей, прежде всего со своим. Не забывать спортзалы, не забывать, кто мы. А мы не бойцы, а мы воины. И мы должны быть коварными. А коварство наше заключается в том, что кола варить, знать законы солнца, мы по свету идем. А за нами правда.